1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. В микрорайоне Ферсановка представители Госпожнадзора МЧС России вместе с сотрудниками МБУ «Химспас» встретились с жителями, чтобы рассказать о тех требованиях, которые необходимо соблюдать в осенне-зимний период. На землях, прилегающих к лесу, в период со дня схода снега до осенних дождей, нужно обеспечить очистку территории от сухой травы, мусора, валежника и тому подобное в полосе не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Также в новом постановлении указано, что необходимо разместить при въезде на территорию схемы, на которых будут изображены пожарные проезды и источники водоснабжения. В новых правилах появился отдельный раздел, посвященный разведению костров и использованию мангалов. С ними стоит внимательно ознакомиться, ведь нарушители требований пожарной безопасности понесут административную ответственность. На граждан при нарушении требований пожарной безопасности налагается штраф в размере от 2 до 3 тысяч. Когда введен особо противопожарный режим, который вводится губернатором Московской области, штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей. На сегодняшний день уже подготовлен проект постановления администрации, в рамках которого будут прописаны все требования к подготовке к осенне-зимнему периоду. Они будут касаться как садоводческих товариществ, так и всего городского округа.